Здравствуйте! В эфире медиакомпании 39 канал «Городские подробности». Программа для тех, кто желает быть в курсе местной жизни. Спонсор выпуска новостей – «Океанариум в парке. 30-летие Победы». Здесь всегда есть на что посмотреть и чему удивиться. Зачем открывать Америку, когда даже редкие американские птицы и рыбы в Анапском океанариуме и зоопарке «Планета Океан». Индийский сабель Астарта, рыбы с ногами, русский осетр и белоперые акулы прямо над головой, спинороги Пикассо, тропические гости из Южной Атлантики, с островов Пасхи, Гавайских островов и Индийского моря, собственно, охранник зоопарка «Леопард Ричард». И это не телепередача в мире животных. Это океанариум «Планета Океан» в парке 30-летия Победы. Сегодня вы узнаете в подробностях о том, как прошло открытие зала бокса в станице Гастагаевская, о пожарах на курорте, кого накажут за кальян, о магнитной буре и не только. В Анапу прибыл министр иностранных дел и посол Греции. Делегацию, которую возглавил министр иностранных дел Греческой Республики и посол Греции, в международном аэропорту Анапы встречал мэр города-курорта Василий Швец и председатель совета Леонид Краснорудский. Василий Швец поприветствовал представителей греческого государства на анапской земле, после чего к бюсту дважды героя Советского Союза, летчика-испытателя Владимира Кокинаки, чье имя носит анапский аэропорт, возложили венок и цветы. 2021 год объявлен годом истории России и Греции. Это уже четвертый перекрестный год двух стран. Анапу с Грецией связывают давние традиции дружбы и сотрудничества. Наш город является городом-побратимом греческого города Лариса. Кроме того, тысячелетия назад на месте Анапы располагался античный полис Гаргипия. В ближайшие дни греческая делегация познакомится с курортом, его потенциалом и историей. Εμείς, οι διάδοχοι της Αγίας Ρωσίας και της Ορθόδοξης Ελλάδος, 21 год объявлен годом истории России и Греции. В станице Гастагаевской открылся зал бокса имени заслуженного тренера России Виктора Фогеля. Новый зал построен практически с нуля. В просторном помещении установлен боксерский ринг, специальные спортивные снаряды груши. Предполагается, что тренироваться здесь смогут более 100 ребят. О том, как прошло открытие, далее в сюжете. Это здание когда-то служило гаражом и давно стояло без дела. Пол прогнил, а потолок протекал. После экспертизы оказалось, что пустующее помещение еще может принести пользу. Нужно только сделать капитальный ремонт. В итоге к делу подключилась Федерация бокса. Очень радостно, что здесь, на территории города Анапы, где уже есть хорошие, большие результаты спортсменов, особенно спортсменок, потому что хочется отметить, конечно же, выступление девчонок на первенстве России 17-18 лет, где было завоевано первое общекомандное место. Поэтому это говорит о том, что открытие залов, оно только улучшит развитие бокса, и еще больше будет чемпионов, поэтому это действительно большое сегодня событие не только для края, но и в целом для России. Открытие залов бокса – это самое благое, что может происходить. Прошло буквально пару лет, и мы уже на открытии этого спортивного сооружения. В торжественной церемонии открытия нового спортивного объекта детско-юношеской спортивной школы номер 3 приняли участие вице-мэр Анапы Роман Дикий, председатель Совета муниципального образования города-курорта Леонид Краснорудский, генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, президент Федерации бокса Анапы Александр Кулиев, директор медиакомпании 39 канал Борис Макаровский, депутаты и меценаты. Сегодня мы открываем спортивный зал для бокса на территории Гастагаевской средней школы. И очень приятно, что неравнодушные жители города-курорта, Федерация бокса муниципального образования, предприниматели пошли навстречу детям и инициативно своими силами, своими средствами сделали здесь прекрасное спортивное сооружение, где больше 100 мальчишек и девчонок будут заниматься любимым делом, а именно боксом. Спортсмены сегодняшнее событие назвали долгожданным, а директор детско-юношеской спортивной школы номер 3 – знаковым не только для станицы, но и для всего города. Он отметил, что зал носит имя заслуженного тренера России Виктора Фогеля. Не случайно. И заслуженно. В честь Фогеля Виктора Николаевича назван этот зал. Заслуженный тренер страны, мастер спорта СССР.
Потому что в свое время он воспитал тех тренеров, которые будут тренироваться здесь. Зал просторный, чистый и светлый. Помимо места для ринга, здесь достаточно пространства для индивидуальных тренировок. Предполагается, что тренироваться здесь могут более 100 ребят. Та команда, которая заходит в этот зал, вот мы не скрываем, мы оптимизируем усилия. Этот бокс у нас будет, скорее всего, только в одной спортивной школе. Это в нашей, в ДЮСШ-3. И поэтому с 1 сентября планируется перевод этих тренеров, которые работают в Гастагае из ДЮСШ-6, ДЮСШ-3, со всей своей командой. Поэтому, конечно, мы усиливаемся. Вот. Как тренер и Марина, и Михаил зарекомендовали себя великолепно. У них еще есть так, помощник, они втроем переходят, Екатерина. Поэтому считаю, что база есть, а здесь ничего воспитывать не надо, потому что всходы, вон они уже стоят, среди них там 3 или 4 победительницы первенства Европы. Поэтому, я думаю, только нам, конечно, хлопот прибавится, но это приятные хлопоты. Стоит отметить, что объект возведен за счет средств Федерации бокса Анапы и при поддержке меценатов, представителей местного бизнеса. Также на мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве между Федерацией бокса Анапы России и мэрией Анапы. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал. За минувшие выходные подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона один раз выезжали на тушение мусора и 3 раза на короткое замыкание электропроводки. Так, 22 мая поступило сообщение о возгорании мусора в хуторе Чеко на улице Горная. Пламя охватило 80 квадратных метров. Короткое замыкание без последующего горения зафиксировано в Анапе на улице Новороссийская, на Пионерском проспекте и на улице Владимирская в 16-этажном жилом доме, куда подразделения пожарной охраны выезжали по повышенному рангу. Еще одного предпринимателя накажут за предоставление услуг кальяна. В ходе очередного рейда рабочей группы в составе специалистов управления торговли мэрии и сотрудников полиции установлен факт нарушения федерального законодательства в кафе, расположенного на набережной 60. Посетителям предоставлялась услуга по курению кальяна. Кроме того, осуществлялась продажа крепкого алкоголя без лицензии. Проверочные материалы направлены в надзорные органы для принятия решения в отношении владельцев заведения. Трехдневная магнитная буря накроет землю. Начало ожидают вечером 25 мая, а вот пик придется на утро 26-го. Ученые зафиксировали крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности. 22 и 23 мая уже зафиксировали 17 вспышек, в том числе и достаточно мощных. Есть и хорошие новости. Направление, по которому двигается выброс, смещено от земли в сторону. Он накроет землю по касательной траектории, поэтому мощность бури будет не такой сильной. Выбросы солнечной массы – основная причина возмущения магнитного поля Земли. Однозначного мнения ученых о том, как влияет это природное явление на людей и животных, нет. Оно слабо изучено, но может влиять на метеозависимых. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – салон красоты Натали по адресу улица Новороссийская, 281. Салон красоты Натали предлагает широкий спектр услуг. Здесь каждая анапчанка сможет почувствовать себя принцессой благодаря чуткому отношению профессиональных мастеров. А анапские мужчины наверняка оценят демократичные цены. Помимо стрижек, окрашивания волос и укладок, здесь проводят процедуры по ламинированию и наращиванию ресниц, коррекцию и окрашиванию бровей, восковую эпиляцию, маникюр, педикюр и перманентный макияж. Салон красоты Натали позволит вам выглядеть великолепно в любой момент. Футбольный клуб «Анапа» продолжит борьбу за Кубок губернатора. Так, на курорте продолжаются игры на Кубок губернатора Краснодарского края по футболу 2021. В 5-м туре футбольный клуб «Анапа» примет «Олимп Универспорт» из Краснодара. Матч пройдет в субботу, 29 мая, на стадионе «Понта» Светизева. Начало в 17 часов. Добавим, что после 4 туров в активе анапчан 1 победа и 3 поражения. С 3 очками футбольный клуб «Анапа» пока занимает 7-ю строчку турнирной таблицы. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермер».
«Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Океанариум в парке. 30-летие Победы. Здесь всегда есть на что посмотреть и чему удивиться. Зачем открывать Америку, когда даже редкие американские птицы и рыбы в Анапском океанариуме и зоопарке «Планета Океан». Индийский сабель Астарта, рыбы с ногами, русский осетр и белоперые акулы прямо над головой, спинороги Пикассо, тропические гости из Южной Атлантики, с островов Пасхи, Гавайских островов и Индийского моря, собственный охранник зоопарка «Леопард Ричард». И это не телепередача в мире животных. Это океанариум «Планета Океан» в парке 30-летия Победы. В среду, 26 мая, ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Влажность воздуха 68%. Ветер подует северо-западный со скоростью до 4 метров в секунду. Возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Все новости и передачи 39-го канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, события и факты – все это на сайте anapanews.com, на странице в Инстаграм, ну и, конечно же, в Одноклассниках. А я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения.